Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и в нем я буду рассказывать вам небольшие секретики в работе с Adobe Photoshop и некоторые обучающие видео, связанные с публикациями в соцсетях. Обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. И сегодня я вам расскажу, как убрать что-то ненужное с кадра, к примеру, если у вас упал мусор, либо там что-то ненужный какой-то там объект, который, в общем-то, не должен быть. Мусора, в общем-то, я не нашла у себя. Есть вот такая замечательная собачка. Я вам сразу покажу результат того, что мы будем делать вот до и после. Вот. И давайте приступим. Я вот убираю слой лишний. Создаем дублирующий слой, чтобы увидеть результат наш до и после. С помощью клавиши Ctrl-G. Вуаля. У нас есть вот такой замечательный инструмент Spot Healing Brush Tool. И нам Adobe Photoshop вот подсказывает, что он делает. Убирает пятнышки всякие. Нажимаем на него. С помощью комбинации клавиш Alt, правой клавиши мыши, мы можем менять размер инструмента. Вот. И вводим влево-вправо, естественно, у нас шире, уже, вот так вот. Нам нужен небольшой кружочек размером с цветочек, который мы будем убирать. Если вы будете пользоваться этим инструментом, делайте размер его немножечко больше объекта, который вы будете убирать. Вот, хоп, все. И вот, работаем. Ничего сложного. Все очень просто. Просто нажимаем, и у нас как-то там смешиваются цвета. Целостность картинки не теряется. Вот мы увеличиваем все, как будто там ничего не было. Все. И этот цветочек уберем, и этот цветочек уберем. Теперь смотрим до и после с помощью вот такого глазика. Вот у нас глазик. Если мы на него нажимаем, вот мы видим картинку, которая была до. Вот мы выключаем верхний слой, с которым мы работали. Нажимаем опять. Вот мы его включаем. Включили, выключили. Всем спасибо. Не забудьте поставить лайк и подписаться.